Криптомонета PlusCoin развивается и увеличивает покрытие криптосообщества. Первым этапом ее реализации было открытие платформы Marketplace. На следующем этапе будет запуск P2P-платформы, первой всемирной P2P-платформы, реализованной на блокчейн. Платформа работает на блокчейн Ethereum и позволяет продажу и покупку товаров за PlusCoin. Процесс покупки выполняется через личный кабинет. Выбранный товар попадает на P2P и становится доступным. Покупка выполняется владельцем PlusCoin, который указывает, куда доставить товар. Продавец получает заработанную криптовалюту после получения товара покупателем. Тестирование P2P-платформы уже на стадии запуска.